Полеты на воздушном шаре. Такой подарок чебоксарцам на праздник сделала компания «Трансэнергопром». Разноцветный летательный аппарат расположился возле монумента матери и сразу же привлек внимание детворы и родителей. Возможность совершить маленькое путешествие к небу получил каждый желающий. Как это было, расскажет Наталья Егорова. Для полетов независимая энергосбытовая компания «Трансэнергопром» выбрала самую красивую часть города и самый романтичный летательный аппарат. 25-метровый красавец-воздушный шар. Публика начала собираться еще во время сборки аэростата. Дети подходили с интересом. Полеты проходили с соблюдением всех требований техники безопасности. Безопасные полеты все. На привязи три точки. Привязные фалы имеют размеры 50 метров под наклоном. Вот поднимаемся метров на 30-35, не больше. Подняться ввысь на воздушном шаре – это ли не праздник? Все желающие дети смогли бесплатно исполнить свою мечту. Мне очень понравилось, и я думала, что будет очень круто. Было очень круто, было интересно очень. Хочу еще полетать. Для энергетиков делать такие подарки не в новинку. Компания заботится не только о развитии бизнеса, но и о жителях региона. Недавно даже получила диплом Министерства промышленности и энергетики Чувашии за эффективный менеджмент. Мы также развиваем и социальную сферу. Сегодняшний наш подарок не исключение. Подняв в воздух детей на шаре, мы хотели показать, насколько красив их дом. Мы считаем, что забота о благополучии родного края должна воспитываться с юного возраста. И поэтому наша организация очень чтит культуру и традиции территории, на которой работает. И мы хотим привить эти же чувства молодому поколению. Увидеть Чебоксары с высоты птичьего полета, получить незабываемые впечатления, эмоции и фотографии у всех участников акции останутся надолго. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.